Всем привет, ребят! С вами Вован, вы на канале Санчес и Вован, и сегодня мы будем уничтожать вот это вот Иш-Ода из бумаги. Он у меня кривой получился. Я вам его показывал в Вован Лайв, поэтому сейчас он уже подготовлен, смысла показывать его нет. Вот он как выглядит, вот так вот выглядит этот Иш. И к нему прицеплены на ниточке две машинки. Радиоуправляемые, да, которые к ним прикреплена нитка, она прикреплена и к ижу, и эти две машинки управляются одной и той же частотой. То есть вот смотрите, я могу одновременно двумя машинами прессовать этот иш, но мы этим заниматься не будем, а мы будем заниматься тем, что мы попытаемся его разорвать с помощью двумя машин. И сегодня у нас, значит, Range Rover Vogue и Ferrari Italia 458. И, ребят, скажите, где вы видели подобный эксперимент, когда Ferrari и Range Rover Vogue разрывают Иш-Ода? Поэтому обязательно нужно подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий и нажать на колокольчик. Ну что, ребят, я предлагаю начинать. Мы его несколько раз будем рвать, точнее, смотря насколько получится. Итак, раз, два, три, первый заезд. Ох, йоу, я не ожидал, что это будет так быстро. Итак, давайте посмотрим повреждения. Сейчас я отцеплю. У ежа немного отошла жопка. И отошла вот так вот мордаха. Да, теперь давайте зацепим к капоту. Я предлагаю зацепить к капоту Феррари. Нет. Давайте теперь Феррари зацепим к заднему колесу. Вот. С помощью пластилина. А Range Rover зацепим к капоту. Так. Сейчас я его даже немножко в камеру отодвину. Вот. Нет, наверное, как бы лучше вас поставить-то, а? Даже не знаю. Как-нибудь, может, так? Нет, так плохо. Вот так. Во! Раз, два, три. Так, здесь особо ничего с ижом не произошло. Давайте тогда прицепим пластилинчик к переднему крылу, ближе к двери. И попробуем стартануть. Итак, поехали. Здесь что сказать. Просто выгнуло крыло. Особо так-то интересного ничего не произошло. Крыло просто вот так выгнут. Так, теперь давайте прицепим пластилин к дну с обеих сторон. Вот раз к дну. И второй раз к дну. Так, сейчас, подождите. Все. Сейчас будет очень страшно. Раз, два, три. Так, стоп, я не нажал. Не сильно. Давайте второй раз. Итак. Что произошло? Особо, смотрите, дно начало отрывать. Окей, сейчас и главное мне его самому не оторвать. Нет, я его уже не оторву. Я думал, на самом деле, Иш разорвет. В таком случае предлагаю сделать еще один краш-тест. Только прицепить к колесам. Вот здесь одно сзади. Так, стоп, у меня пластилин от нитки отошел. И второе спереди. И просто порвать с помощью колес. От колес. Раз, два, три. Так, на самом деле, я думал, что Иш разорвет сразу. По сути, оторвал у Ижа сразу морду. Морду до конца оторвем, чтобы было красиво. А здесь до конца оторвем капот. Это будет очень жестко. Сейчас просто у Ижа полморды отлетит. Раз. Так, сейчас я специально как можно сильнее. Раз, два, три. Ух, краш-тест вышел из-под контроля. Иш просто расслоило. Его просто вот так разорвало. Прям внутренности видно. Про которых там нет. Да. Это очень жестко. Давайте уже тогда еще раз стартанем. Мне очень интересно, что будет дальше с этим ижом. Так, раз, два, три. О!
Вы просто посмотрите, что произошло. На секундочку. Я, конечно, не подстрекатель. Точнее, короче, Вот. Да. Его разорвало пополам. Две половинки. Вот. Две половинки нашего ежа. От них просто больше ничего не осталось. Точнее, от ежа. Его просто как бы распил, понимаете, распил. Из Владивостока привезли на поезде из Новосибирска. Короче. У меня идея. Она очень плохая. Я предлагаю доуничтожить наш иж, раз уж так пошло. Мы его сейчас вот так вот скрепим. Даже не так. Мы его сейчас не так скрепим. Смотрите. Мы сейчас в этот кусочек вот сильно добавим кусочек от Феррари, кусочек от Ранжа. Скрепим его вот так вот. Вот так. И дорвем его до конца. Итак. Раз, два, три. Ну, что сказать? Блин. Это очень все-таки жестко, согласитесь. Короче, мне кажется, смысла больше добивать его уже нет. Он и так уже максимально разбит. Значит, а что я могу сказать? Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Вован. Вы были на канале Санчес и Вован. Всем пока.